промышленный полигон. Че, свалка? Эта часть города отравлена. Детские центры, больницы, школы, детские садики, все это здесь вот неподалеку, да? Вот такая как бы у нас история с экологией. Это экологическая катастрофа. Уточни, пожалуйста, в каком районе города находится эта свалка, да? И что это за район? Что здесь еще находится из такого ядовитого, из замечательного и полезного для города? Ой, тут все, рядом все ядовито. Куда ни плюнь, как кругом одни заводы. Там через дорогу вот это «Газпромнефть», потом там завод «Роса», «Южный промузел». Немножко туда в сторону уже будет «Восточный промузел». Но это вот эта черта города, что я могу сказать. Здесь вот кооператив есть, наверное, яблочки собирают, такие молодильные. Скушал, помолодел, да? Да здесь и пестициды, и гербициды, и сливали сюда чуть ли не мазут. Отходы, можно сказать, первого-второго класса опасности. Чем они опасны? Ну, они отравляют всю почву, отравляют воздух. Рядом река Листвянка. Это открытый водоем, который дальше впадает в Оку. Владимир Владимирович, я за вас голосовал. Надеюсь, вы меня услышите. Помогите нам хотя бы хоть чуть-чуть убрать эту свалку. Тут с ними химия такая, что... просто можно без ног остаться. Я думаю, боже, нас не оставит. Три решения судебных есть о закрытии, рекультивации и с понуждением вывести отсюда этот мусор. Три судебных решения. Это частная собственность. Где съемки? Прекращение. Мы спускаем собаку. Предписание судебных приставов адресовано прежнему владельцу, но по сути ничего не изменилось. Летом предприятие перешло от сына к отцу. Эта территория переходила из одних рук в другие во время судов, поэтому решение суда было затруднительно исполнить. Здесь, походу, уже как бы статистика такая, как весна, так эта свалка горит. В этом году тоже она уже горела. В прошлом году был сильный пожар, накрыло дымом полгорода. Сюда приезжала и прокуратура, и Роспотребнадзор. Проводились всякие следственные мероприятия. А решением суда было установлено вывести вот всю эту вот химию, вот эту грязь, надо было отсюда вывести. Я буквально полмесяца назад здесь был. Вот этого мусора здесь не было. Он был вот где-то вот на уровне за тем синим самосвалом, да? Наложили обеспечительные меры, чтобы больше собственник не менялся, название не менялось. Есть какие-то уже, по-моему, даже административные штрафы. Или пытаются наложить административные штрафы. Но вы сами знаете, у нас сегодня наложил, завтра отложил.
так горит свалка. Что происходит? Никто не дает ответа. Говорят, все под контролем. Каким контролем?